Всем огромный привет! Спасибо, что сегодня заглянули ко мне на кухню. Приготовлю очень вкусные куриные бедрышки. У меня здесь примерно 1 килограмм куриных бедер. Я их очень хорошо помыла, срезала лишний жир и куриную кожу. Вот эту она мне не нужна. Теперь куриные бедрышки вот в самых таких толстых местах я чуть-чуть надрежу. Они хорошо в связи с этим замаринуются и, соответственно, быстрее приготовиться. Вот прям не надо много, прям вот в таких самых-самых толстых местах. Можно просто проткнуть ножом. Теперь готовим маринад. Я беру примерно где-то 100 мл кефира, можно 150. Добавляю 50 мл соевого соуса. Большую такую чайную ложку приправы для курицы. У меня приправа уже содержит соль, поэтому я отдельно солить не буду. А там смотрите уже по своей приправе. И измельчаю свежий чеснок. Все хорошо перемешиваю. И полученным маринадом заливаю бедрышки. Вместо кефира можно взять сметану или йогурт. Будет тоже вкусно. Теперь хорошо перемешиваю бедрышки в маринаде, чтобы каждое бедрышко было покрыто соусом. Прикрываю все пленкой и оставляю минимум на 2 часа. Можно это все подготовить и замариновать за ночь. Все хорошо замариновалось. Что я делаю дальше? Беру жаропрочную форму, на дно немного масла. Также беру немного самой обычной муки и панирую в муке бедрышки. Прям хорошо-хорошо со всех сторон обваливайте бедрышки в муке. Прям желательно еще, чтобы на них было много-много вот этого маринада. Не нужно даже стряхивать маринад, я наоборот побольше прям беру маринада. И вот так вот прям повбиваете муку в эти бедрышки. Вот так, и с этой стороны. Немножко муку стряхаем лишнюю и отправляю в форму. Вот так. И вот в таком вот виде отправляю в духовку 180 градусов, примерно где-то минут на 30-40. Смотрите по своей духовке. В процессе приготовления можно все это дело переворачивать. Ну и вот такое мясо получается очень ароматное. Вот эта корочка сверху получается, смотрите, как такая хрустящая. За счет этого вся сочность у бедра сохраняется внутри. Попробуйте сделать, поэкспериментируйте. Попробуйте запанировать не в обычной муке, а в рисовой муке, либо в кукурузной муке. Вам тоже обязательно понравится. Еще я вот так вот присыпаю все свежей зеленью, пока это все очень горячее. Чтобы зелень тоже отдала свой вкус и аромат. И кому понравится, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, не пропускайте простые доступные рецепты вместе со мной. Всем огромное спасибо, до свидания и пока!